начал похож процесс поиска камня. На процесс поиска камня, взаимодействие с миром камней, духов, духов камней. Вот. Мы уже небольшую гармонию сделали, такой некий такой баланс, который творится в такой неспешности, спокойствии, неспешности. Ты его находишь, даже кажется, что он невозможен, а он находится, тем не менее, есть. Вот, это я уже смотрю, какой-нибудь интересный камушек, начальную доску нам поставить. Что-нибудь, что прям просится, так скажем. Я думаю, что камни знают побольше нас. Им-то торопиться некуда. Лежат и наблюдают. Вот кто точно знает про медитацию, это камни. Скалы, камни, горы знают про медитацию гораздо больше. Спокойствие и наблюдение за всеми процессами жизни. Так. Вот тот камень прям он такой вот смотрит. Прям похож на голову, глаза так он улыбается немного так. Присматривает. Вот такой возьмем, поставим рядом, такой структурный, как скала, рядышком будет стоять. Можно сюда, а там положить на него какой-то ногу. Власть. Духом, хранителем. Такое подношение, чтобы обозначить, так скажем, свое присутствие. Мы здесь тоже с миром, с благодарностью за пространство. Здесь находиться,
бегут, все бегут. Бью кулаками воздух, бью кулаками землю, пока не стало поздно. Я то ли живу, то ли дремлю. И я вдыхаю и выдыхаю глубоко, глубоко. Открываю окно в свет, делаю взмах, и я вдыхаю и выдыхаю глубоко. Yeah.